И все-таки зима, а не лето. И именно она должна быть временем активного отдыха на Южном Урале. А это значит, одеваемся потеплее и на свежий воздух. И не будем задаваться вопросом, что делать, зададимся вопросом, с кем это делать. И не в силах в автомобильную передачу затянуть спортивную тематику, вспомним о механизированных плодах научно-технического прогресса, закачивающих адреналин серьезными взрослыми порциями. А теперь самое время размяться, и для этого Автоград приготовил самые продвинутые устройства. И перед тем, как остановиться на каждом из них в отдельности, давайте посмотрим и оценим реальные автоспортивные возможности представленных образцов. Так, господа, любимое наше время года, зима, любимое наше место. И любимая техника от супермаркета «Автоград». В данном случае самая мощная техника – это «Полярис». «Полярис Спортсмен». И кто сказал, что на квадроциклах нельзя зимой кататься? Еще как даже можно, потому как и снега маловато. И вообще, а вы хотели экстрим, ну так, что по-серьезному, да? Без всяких тестов, глупостей и всего остального. Я вам сейчас устрою экстримчик. Ну давайте поднимемся по замечательной горке. Ой, действительно, ой, как страшно. Но квадроцикл везет меня вместе с оператором вот сюда, к подножию монумента Тимфронту. Ну, между прочим, мы взяли так для теста кусочек дорожки не совсем ровный. А едем мы. О, а точнее приехали мы на монумент и проехали мы по лестнице. По-моему, удовольствие, ну скажем так, трудно передаваемое. Квадроциклы, хотя и считаются летней техникой, вполне могут выполнять серьезные мультисезонные задачи. И не зря они используются в военных целях. Если их пока нет в отечественной армии, то это только вопрос времени. А снегоходы? Их можно сравнить со снарядами. Потому как с такой скоростью по снежной целине может передвигаться только спортивный снаряд. Конечно, ехать плавно, да еще пристегнутым на микрофоне, на снегоходе под Полярис свитчбэк очень тяжело. Но ехать-то можно, а можно ехать гораздо быстрее. И кто вам сказал, что вот, допустим, эталон снегоходистости – это Ямаха, ничего подобного. Вот здесь, смотрите, четырехтактник 700 кубов, да? А если внимательно посмотреть, то надпись есть на снегоходе еще и «Турбо». И, соответственно, легко развиваем бешеную скорость. Потому как под капотом здесь ни много ни мало так. Фигня. 140 лошадиных сил. Мы с ним под капотом, капота здесь как такового и нету. Да не так, а другой вопрос. А тепло ли тебе девица красная?
Ну, скажем так, не то, что сильно тепло, но вот пятая точка тепло. И ручкам тоже тепло, потому что я включил обогреватель на максимум. Куда за такой техникой приезжать? И когда это необходимо делать? Ну, в принципе, зима еще длинная. Март на носу, снега будет вот так выше крыши, а в горах Башкирии его и так хватает. Проезжаем, разумеется, на Автоград, любимый ненаглядный, что на Марджани 9. Здесь есть и не только такие монстроподобные машинки. И вновь и опять, подчеркивая социальную составляющую деятельности этой фирмы, отметим отличие от других. Это мультифункциональность и востребованность продукции, представленной здесь. А это значит, что мы не только научились приобретать автомобили. Мы можем и путешествовать, и отдыхать в местах, ранее недоступных.